Вот и заканчивается 2022 год, юбилейный для нашего университета. За этот год Тусур многое успел. Учился, учил, исследовал, создавал. Соревновался, побеждал, праздновал. Этот год научил меня никогда не унывать, всегда идти вперед. Он принес мне переломный момент. Переход из школьной жизни в студенческую. Я пока его до конца не осознала, но думаю, он повлияет на меня сильно. Понимание, чем я хочу заниматься по жизни, ну и с кем я хочу быть. Я поменяла вуз в 21 году, и в 22 год я весь училась в Тусуре. Вот, я очень прям рада была. Тусур прям крутой университет. Влюбилась тоже. Я нашла свою семью в студотряде. Я вернулся к тому, чтобы я начал рисовать. Я улучшаю свою игру на гитаре. Я в каких-то своих компьютерных сферах тоже там начинаю что-то изучать новое. Для меня этот год принес, наверное, всю вот эту вот студенческую жизнь, которую я ждал. И рад, что я могу помогать таким образом своему университету. В новом году я бы хотел пожелать всем студентам закрыться без долгов, добиться всех поставленных целей, а если их нет, то найти. Желать, мечтать и главное делать. Дай Бог всем здоровья, сил, нервов. Самореализовываться, выходить из своей зоны комфорта и просто идти вперед по жизни. Задумываться не только о учебе, хороших оценках, но еще и о том, чтобы так находить друзей, каких-то ребят, которым интересно то, что интересно тебе. Прощай, 2022. Здравствуй, 2023. С Новым годом, Тусур! Ура!